Добрый день. Вот я хочу с вами поделиться, что можно приготовить из фарша. Ну, что я могу приготовить из фарша на быструю руку, когда, допустим, у меня есть уже готовый фарш, мясной в данном случае. Можно приготовить тефтели. Это быстро, легко и просто. Добавить мелко нарезанный лучок, 2-3 ложечки риса, ну, смотря сколько у вас фарша. Чем больше мяса, тем меньше риса, и будет, конечно, вкуснее. Добавить яйцо. Все это перемешать, вылепить в виде шариков, обжарить и залить томатным соком. И довести до кипения и до готовности. Приятного вам аппетита. Подожди секундочку. Соль и перчик по вкусу.